Уникальный для России Центр медицинской радиологии готовится к открытию. С его запуском планируется приезд в Димитровград не только большого количества пациентов со всей страны, но и медицинских специалистов высокого уровня. Именно поэтому все силы региональной и муниципальной власти направлены на формирование инфраструктуры города. Что нужно сделать, построить и создать, чтобы здесь этот город соответствовал тем высоким требованиям, которые к нему предъявляются? Страны, жители страны, руководство, регионы страны. Большое внимание уделяется модернизации объектов социальной сферы. Речь идет о строительстве новой школы в Димитровграде, переформатировании деятельности Центра культуры и досуга «Восход», развитии открытых пространств, парк, скверов и других зон отдыха. Также на совещании обсуждался вопрос транспортной инфраструктуры и, в частности, доставки пациентов радиологического центра в Димитровград. Ориентировочно по информации от центра 30 пациентов в месяц. Поэтому вот пока незначительное количество проводит обучение, мы предлагаем использовать следующий механизм. Совместно с социальной защитой в Ульяновской области мы этот вопрос проработали и использовать найм социального такси. Социальное такси будет доставлять пассажиров из ближайших аэропортов. От железнодорожных вокзалов будут организованы спецмаршруты. Татьяна Елисеева, Константин Белов. «Наше время».